Всем привет, город Болгар. Вот здесь сразу сейчас появится подсказочка. Я здесь уже был 3 года назад. Сегодня вам все покажу, расскажу. Очень красивое место, исторический город и очень много достопримечательностей. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, за моей спиной вы можете видеть вот этот самый музей болгарской цивилизации, о котором я вам только что говорил в начале. 6 этажей и очень красивый вид на Волгу. Посмотрите, давайте уже отсюда вам начну показывать. Смотрите, какой вид, друзья. Очень красиво. Смотрите, как здесь все оформлено. Все выложено. Здесь подсветка вот такая в вечернее время. Смотрите, какой вид. Здесь же располагается речной вокзал. Такой вот, друзья, здесь вид открывается. И вот там вот пристань речного вокзала. А вот это вот тот самый музей. В музее, как вы можете заметить, идеальная чистота и порядок, поэтому при входе в музей нужно одевать бахилы. Здесь есть это все, то есть не надо заботиться о наличии бахил, то есть просто берем и одеваем чистые бахилы и проходим в здание музея.
друзья, как вам музей? Я, кстати, блин, вышел, вот пойти надо было снять, наверное. Ну ладно, это уже не важно. Что, друзья, как вам музей болгарской цивилизации? Классно, не правда ли? Напишите в комментарии свое мнение по этому поводу. Ну а я сейчас вышел к речному вокзалу. Смотрите. Вот этот у нас речной вокзал города Болгар. Давайте вам покажу музей. Вот так музей выглядит. Мы сейчас находимся на первом этаже. Получается, то есть вот причал, выходишь с причала, ну, например, летом, и сразу попадаешь вот в музей на первый этаж. А мы зашли сверху оттуда, шестого этажа, короче, в этот музей. Так что всем рекомендую, кто здесь не был, всем рекомендую побывать.